И всем привет, ребят! С вами Сонка. Плюс сегодня я буду проверять сид одного страшного детектива, такого красненького, или же старый детектив вот такого. Ладно. Короче, я вот решил его сид проверить. Не знаю, что получится из этого, но кажется, что это классно. Короче, я сейчас название мира, наверное, сделаю такое. Старый детектив. Все. Можно я мирную поставлю. Ну, в принципе, для меня это не важно. Тут надо написать. Old детектив. Вот так вот. И можно вводить сид. Да, все. Не знаю, какой я ни разу вообще не проверял этот чит. Ни разу. Ладно. Даже не заходил на этот чит. Никогда в своей жизни. Вот теперь захожу. На видео снять, чтобы потом не классно не было. Тут не обязательно, в принципе. Так. Блин, что-то долго. А, вот все. Ой, забыла. Извините, я забыл первое поставить. Ну вот мы в мире заспавнились. И у нас там горы. Я туда пойду, но сначала надо добыть дерево. Так, ну, я не знаю, это детектив, я так понимаю, должен быть в городе, но города я, наверное, не найду, так что надо выживать в лесу каком-нибудь. На горе я буду выживать, я не знаю, посмотрю. Если она не классная, то, конечно, не пойду туда выживать. Я бы хотела отойти немножечко, чтобы потом я... Ладно. Все равно можно выжить. Хотя он, знаете что, в чем прикол? В том, что одна пуля его, это уже нас убьет и все. Его одна пуля. Все хп уйдут. Все хпшки уйдут, если он хоть раз в нас попадет. Вот такие вот дела. Так что надо уворачиваться от его выстрелов, иначе будет плохо. Так, уголь можно добыть. Ладно, сейчас. Раскрафчу вот эти все свои ресурсы, там, кирку всякое. Так, верстак. Домик я не хочу делать. Потому что только дерево уйдет. Он сидит в Валерке, когда я проверял. Вот когда был сидит в Валерке, блин, я даже... Ну, бас такой был, что он на какой-то дом дурацкий стратил все дерево. И с чем пошел с ним сражаться? Вот это было по-нубски, если честно. Извините, конечно, но... Что-то... Просто хотелось очень сильно увидеть его, потому что он страшненький. Ну ладно, сейчас мы добудем эти угли. Мне интересно будет, что на этом сиде будет. Здесь не прям так страшно, потому что это будет, наверное, очень плохо. Ладно, но я ненавижу вот когда вот страшно очень. Он страшный, если честно, но не на кошку. Ну и говорят, что он немножко застенчивый. Да. Он в таком виде оделся. Но на самом-то деле он на людей охотится. Фу, то есть преступников каких людей. Ну, детективы обычно, обычные детективы, которые ищут преступников, они эти, ну, просто их посадят. А этот детектив их убивает просто, пощады нету.
я вот сюда зайду. И уже не надо становиться вам, ребята, преступником. Может быть, этот старый детектив, не знаю. Может быть, и в реале, не знаю. Наверное, нет. Но лучше не советую. Все равно в любом-то случае. Либо старый детектив с вами будет расправляться, либо просто посадит. Ладно. Короче, я вот сюда пойду, на гору. Овечка тут. Ладно. Ну, у меня что-то Майнкрафт не такой уж, чтобы я голодным становился. Потому что, ну, легкий Майнкрафт. У меня минусы. Поэтому. Ладно. Сейчас, ну, не так. А может быть, нормально, не знаю. С мобами я не люблю сражаться, они всегда помешают мне. Я умею, конечно, но я не хочу на них тратить свое время, чтобы монстров разглядеть на седах. Поэтому я, ну, мирную ставлю, чтобы потом они мне не мешали. Ну, когда монстр ночью появлялся или утром, не знаю, но в любом случае, то они приходят и не мешают, а я такого не хочу. Так. Блин. Что это вообще? Мне кажется, лучше выходить из зимнего биома, не знаю. Мне скоро уже ночь, мне кажется. Уже полдня прошло. Серьезно. Я только это скрафтил, вот черт. А, факела я сделал. Ну, вот эта идейка. Так, тут. Не знаю, может быть, он и тут появится, но я так далеко не... Короче, я на Синей горе, я хочу его встретить там. Может быть, немножечко дерева, ну, что потом... Ну, какое-то укрытие от него, может. Короче, я там укрытие сейчас сделаю. Быстренько. С морганью и всё. Блин. Здесь я немного боюсь, что он сейчас придет и меня наваляет. Нетушки. Я просто так не сдамся. Короче, я решил на Зимней горе, потому что... Ну, она не так уж далеко от моего спавна, поэтому... Кровати у меня не получится. Овечки, ну, тут их очень мало. Третья не будет. Ну, вот что. Так. Мне кажется, тут кратер может... Не, кратер это уже совсем уже уж... Может, побольше факелков? Не ладно. Уголь под снегом. Ну, я такого ни разу в жизни не видел. Ладно. Сейчас сделаю укрытие от него. Так, где-нибудь. Вот так вот. Сделаю. Ай. Как-то реально страшно. Он же может нас пристрелить. Это уж очень будет плохо. Так, я сюда поставлю. Так, это на всякий уж случай. Боже, ко мне в коем случае, потому что это долго ломать. И тогда уж точно я пропаду. Тут, чтоб не попал он в меня. И тут булыжником. А, если что, можно вот сюда уходить и уворачиваться. А, нет. Надо вот, знаете как, сейчас я вот так вот сделаю, хитрым способом. Так, травушку, она мне мешает видеть нормально. Так, все. Все есть. А он может разрушить листву, блин, это уже плохо. Ну, не знаю, может или нет, но... Что-то он-то может. О, я понял. Сейчас я... Вот тут возьму. Короче, я придумал. Надо сейчас дверку сделать. Она сколько делает? А, 6 надо, блин. Надо 6. Можно тут взять. Да. Можно. Так, все. А верстак, блин, где? Черт. Ладно. Сейчас скрафтим быстро. Коровушек, может быть. Ладно. Живут. Я добра сегодня. Я им хочу помочь выбраться, давай. Прости, коровушка, но я хочу, чтобы вы выбрались. Все, выбрались. Так. Все.
точно есть. Иначе я боюсь, что будут мешать проходу, или их детектив тоже пристрелит. Не знаю. Он и на животных охотится. Короче, он злой какой-то в Майнкрафте. Так. Здесь я умер стак. Не. А, истратилось? Ну, блин. Печально, ладно. Все равно есть. Вон, стоит. Ой, напугало. Я думаю, это что-то за какое-то существо на меня бежит, блин. Они реально пугают. А вот дверка. Блин, вот зачем реально три мне? Ладно, это на всякий-то случай. Ну, как-то так. И уже ночь, кстати, блин. Ладно, я немного тут наверху погуляю, чтобы потом разглядеть это место. Я разведаю пока что. Так, ночь, это уже и ладно. Ночь, это ладно. Что тут еще есть? Ничего, в принципе. Ничего уж такого крутого, да? Угу, понял. Ну, блин, когда он придет? Ну, в принципе, нечего его ждать, он сам может прийти. И корова, это опять меня пугает, она своими взглядами, движениями. Я думаю, вот реально какой-то кабан огромный на меня бежит. Ладно. Блин, уже ночь. О, все, надо прятаться. О, все, надо прятаться. Тихо, тихо, тихо. Вот это уже точно надо прятаться. Так, 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 так. Блин, куда я иду, черт? Та корова, не заходи, ты мне мешать будешь. Мне придется тебя прибить потом. Блин, блин, черт. Все. Вот это я буду разведывать территорию. Не знаю, когда он появится. Можешь посмотреть. Корова, тебе тоже страшно, ты очень. Что будет делать? Солнце вообще уже где-то село. Короче, я сейчас тут посижу. Что-то боюсь я. Я бы как-то не очень. Что, он пришел? Видели? Он сейчас ходил. Он сейчас тут. Он где-то сейчас там. Блин. Кого-то застрелил. Черт, блин. Он сюда идет? Там кто-то умер, я видел. Это он пристрелил кого-то. А кто это? Он на кого может охотиться? На корову он что-то не реагирует. Блин, надо факел сделать. Я не знаю. Он тут? Я вообще не понимаю, где он находится. Ладно. Так, факел. Главное, чтобы он не видел света, не увидел. Блин, что нам делать? Это ж реально жуть. Он там ходил. Вы видели же, да? Вы же видели? Он там такой ходит у дерева. Блин. Он тут? Если бы он тут, он гигантский тут. В Майнкрафте это гигантский. Где он ходит? Я что-то боюсь. Я его отсюда расклею. Разведаю. Куда он делся? Не понял. Вы видели, у этого дерева он ходил?
И так что не забывай пока что то, что вместо с одного удара бьет. Этого тоже помните это, если вы этот сид будете проверять. Хотя не советую. Потому что очень страшно будет. Вот! Вот он! Тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Черт, я упал! Я упал! Я упал! Так-так-так-так-так! Давай-давай-давай! Ребята-ребята! Сейчас меня выстрелит! Видели это? Видели? Он там ходил, только что ходил. Вот. Смотрите, видите? Там ходит. На меня, что ли? Не, он куда-то туда идет. Давайте за ним последим. Он уже что-то вообще уходит. Так, блин. У меня внизу как? Он меня за всех может легко прибить. Блин, я его нашел на этом сиде. Блин, давай. Блин, как он страшный, реально. Он там ходит. Смотрите, какой он длинный, он красный. Ладно, я попробую сюда передвинуться. Сюда. Тихо. А он сюда идет. Блин, главное сейчас не свалиться. Ребят, это реально он. Ой, на меня что-то. Короче, бежим. Снова в укрытие. Он, кажется, на меня сейчас идет. Я увидел, как он на меня идет. Он может стрельнуть и с нас с одного удара убить. Что у него идет? Хотя может, если бог. О, он же может сюда. Вот сюда прийти и меня убить. Вот это плохо. Может, еще его расклетит? Давайте еще один раз посмотрим, мы убежим отсюда. Что-то мне уже очень страшно. Ну реально, сид не бесполезный. Ох. Ну блин. Видите ноги? Да он у дерева сейчас стоит. Он сейчас стоит у дерева. Капец. Давайте посмотрим на него чуть поближе. О, привет. Давайте его ударим. Чего? Какого? Чёрта ты! Короче, уже закат, да? На него полюбовались. А пора теперь бежать. Всем спасибо, всем пока, ребят. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Вообще. О, ребят. Я уже не проверяю щит. И не забывайте, как всегда, с вами я был Санка Плюс. И всем пока-пока!